Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И в принципе в прошлом эпизоде мы нашли фосил, да, вот он у нас вот тут. Я уже себе наделал так более-менее нормальное такое количество покеболов, ну как бы частей покеболов, да. Но сейчас можно уже сделать 23 штуки, это уже нормально. Так. Тут у меня еще даже делается чуть-чуть, вот 23 и вот так. Еще 20 штук. Так. Сейчас давайте все-таки нашего покемона уже посмотрим, что там. А если такой покемон у нас есть, то... Я, наверное, сделаю то, что я хотел. Да. Ой, твой, случайно. Так, если так считать, 40 ультраболов, это уже отлично. Ну давай уже. Шелдон, твою мать, уже есть такой. И вот, ребята, что я думаю. Чтобы фосил зря не пропадал, и чтобы постараться потом собрать всех как бы вот этих окаменелых покемонов, я, наверное, сделаю так в магазине, что вот этот фосил я продам за 15 алмазов как бы магазину, да, а потом, как я хотел, я куплю один фосил за 30 алмазов, или же поменяю этот фосил на другой фосил и доплачу там 10-15 алмазов. Чтобы, ну просто согласитесь, ну нафига нам еще один Шелдон, да? Такой же покемон, как у нас уже есть. И плюс к тому выкидывать не хочется, так как это фосил покемон, да, окаменелый. И чтобы у нас есть 3 или 4 уже окаменел покемона, чтобы просто-напросто собрать потом всех покемонов, если получится, то... Можно вот те фосилы, которые мы нашли, которые если мы найдем такой фосил, который уже у нас есть, да, чтобы поменять его на такой, который как бы нам нужен, который мы не нашли, тот же Анори, тот же Кабутопс, Рампардос или кто там еще есть, и в принципе этот фосил мы поменяем на вот другой, как бы. Я думаю, это будет нормально, так как и покемон такой появится, как у нас есть, и мы еще сможем собрать тех покемонов, которые как бы не хватает, да? А чтобы одинаковые покемоны были, ну нету смысла просто, ребята. Поэтому... Да, наверное, так и сделаю, ребята. Если вы не против, то... В следующей же серии, в следующем же эпизоде, может, так сделаю. Или не в следующем, ну... Да я, наверное, и сейчас так и сделаю, или действительно в следующем эпизоде. Просто я не вижу тут никакого читерства, это наоборот, как бы, даже помогает немножко. Ну, как бы не читерство, а так помогает. Так как иметь одинаков в покемонах нет смысла, а найти всех фосил покемонов, это не факт, что ты каждый раз, ну, что ты найдешь фосил, и тот фосил у тебя не будет, да? А так, если найдем фосил, то сможем поменять его на такой, которого у нас еще нет. Да. Так, ребята. Да, или идти в сундуки все поскладывать. Или... Нет, давайте все-таки возьмем покемонов, которые нам нужны, чтобы прокачать. Так, этих мы уже прокачали. Ну, Саблея нету эволюции. Саблея. Фернейп, ну, офигенный покемон, но как бы его уже мы прокачали, да? Так, там какой-то покемон-босс. Ну, сам напал. Так, еще один Мунстон. Идем и поскладываем покемонов в компьютер. А возьмем на прокачку
вот его, нет, так, вот сюда, и вот так вот. Отлично, этих мы сейчас будем качать. Пикачу у нас уже 20, я думаю, прокачаю его еще хотя бы где-то до 50 или 45, и уже можно будет его эволюционировать, так же, как и Хантера, да. Так, сейчас это поставим вот сюда. Это вот сюда. И, ребята, пойдем мы прокачивать покемона. Давайте я куплю еще один мастербол и пойдем в пустыню. Да. Так. Идем мы в пустыню. А вот покемона этого я обменяю, наверное, в следующем эпизоде или посмотрю. Ну, я думаю, это не будет никакого читерства, еще раз скажу. Так, 5 алмазов, мастербол, отлично. Так, пойдем мы, куда бы нам пойти? Пойдем мы, да, сюда, в пустыню, вот. Поищем каких-то покемонов. О, Райкваза там летает. О, тут большие уровни сейчас. Вот тот, я думаю, такой более-менее нормальный уровень. Или нет, или да. Ну, 37-й нормально. Так, Ютуб. Ух, сколько вас тут. О, сейчас Magikarp. Мы прокачаемся более-менее. О, уже Люкси эволюционирует. Ну давай. Ну, давай уже. Так, отлично. Вот это возьмем. И вот так. Отлично. Поехали. Ну, в принципе, много тут нету каких-то покемонов, которые большие уровни. Парочку есть. Ну, давайте еще хотя бы даже вот этого убьем. Вот этого можно. Быстренько. Это же Мьюту, да? А, случайно на Magikarp. Да все равно, и так с одного удара, поэтому... Вот так вот. Вот еще тебя можно. Так, отлично. А вот это вообще как эволюционирует? С помощью обычного уровня или с камня? Так, идем мы опять, наверное, куда-то ближе к морю, так как, в принципе, там и всегда большие покемоны. Как бы большие уровни, да, покемоны. И плюс к тому, там большие уровни покемоны, да. Так. Вот тут еще может будет какой-то большой покемон. Так. Куда бы нам пойти? Куда бы нам пойти? Давайте. Фиг его знает. Кто там у нас? Пикачу, да? Наверное, все-таки лучше было сделать себе еще парочку ультраболов на всякий случай. Но сейчас, наверное, просто покачаемся. А потом сделаем себе ультраболы. Там Оникс, но не буду я его ловить.
Стоп, а, это мой. Так, ребята, давайте куда-то мы пойдем вот сюда. Куда-то. Или же все-таки давайте лучше полетаем, да и все. Электробас. Какой-то там уровень. В принципе, можно тебя убить. Так. Кто тут у нас? Или кит? Арбок? О, отлично. Большой уровень. Так. Отлично. Ну, а в не очень большой уровень, поэтому идем мы куда-то вот сюда. Кто-то есть? Хантер 27. Пикачу, я думаю, уже можно эволюционировать. Когда придем домой, уже я его прокачаю. Так. Да не Magic. А. Вот. Отлично. Давайте пойдем куда-то вот сюда. Так. Тут куча покемонов, поэтому может какую-нибудь лодку себе сделать и на лодке плавать и вот так качаться. Потому что покемонов действительно вот тут куча в море. И они более-менее такие большие уровни. Даже вот этот Seeking, да, 30-30. Какой нахрен Чермиллион? Какой в жопу к Чермиллион? И чё это за лаг? 30 уровень Чермиллион, хотя у меня пишет 60 уровень Черизард. И тут у меня пишет 60 уровень Черизард, хотя у меня атаки вообще не черизардовские. Чё за хрень? Отлично. Это, ребята, 100% какой-то баг, и поэтому я не буду прокачивать заново Чермиллиона. Я просто-напросто возьму Раркенди себе штуки и прокачаю. Так какая нахрен 30 уровень Чермиллион? Охрененный баг. Вот, и уже показал, уже там даже пишет, что вот 30 уровень Черезар. Так что, ребята, не буду я вот так бегать, это вообще какой-то охрененный баг. Какую жопу Чермиллион. Сдуреть можно. Это вообще что такое? Просто взял и скинул себе 30 уровней? Охренеть просто. Так, идем мы домой, ребята. А то вообще сдуреть можно. Сейчас тут еще у нас один покемон босс. Если он, конечно, где... А, да, вот он. Красный. Так, ребята, сейчас. Ладно, давайте на этом закончим. Я, наверное, опять себе прокачаю
Черезарда, как бы, он Черезард, он что-то баганулся. Ну, я, в принципе, прокачаюсь с помощью гейммода, так как я не хочу опять его заново прокачивать. Какой нахрен смысл, и вообще из-за этого бага... Вот, сдуреть можно, 30 уровень. Так. О, отлично, Карвания эволюционирует. Ну давай, давай. Ух ты. Шарпедо. Чармилион, охренеть. Во, прикольный покемон, что-то у тебя, дружок, что-то не хватает, какой-то задней части, да? Ладно, ребята, все, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо.